Библии несколько раз упоминаются источники бездны. Говорится, что Господь открывал их во время потопа, подразумевая сейсмическую активность. Сказано, что прекращая потоп, Он закрыл источники бездны, и подразумевается, что они никуда не исчезли. Пусть и вода из них стала бить с меньшей силой, чем при создании. Сейчас же ученые утверждают, что глубоко под землей, возможно, найден поразительный источник воды. Вода, которую они, как им кажется, обнаружили, не собрана в огромные подземные океаны. Она находится в связанном состоянии в минералах, запертая там, глубоко под землей, огромным давлением и температурами. Исследователи продемонстрировали, что, к примеру, минерал ватслейт, который существует только при температуре свыше 980 градусов по шкале Цельсия, в слое на глубине около 450 метров под землей, до сих пор может содержать воду. Ученые подсчитали, что если 60% этого слоя, согласно сейсмическому анализу, состоит из ватслейта, то в нем может находиться достаточно воды, чтобы наполнить 10 океанов. Кроме того, исследователи проанализировали количество этой воды, которая выходит наружу во время извержений вулканов, и пришли к выводу, что в недрах Земли может быть воды достаточно, чтобы заполнить 30 океанов. То, каким образом хранится эта вода, дает ученым повод думать, что за один раз она вся не высвободится. В творении есть еще много удивительного за пределами известных нам вещей и явлений, поэтому было бы ошибкой отрицать то, что рассказывает нам Библия об этих вещах, каждый из которых – доказательство существования Создателя.